Сердитый собака волкам страва. Так легендарний Ян Карель Хаткевич одозвався про молодого і гарячого турецького султана Османа II. Хутко їм випадало зустрітися, і не просто, а на полі бою. Коли ж дорадці великого гетьмана Литовського казали про велику кількість турків, то й одно посміхався. «Що ж, ми полічимо їх шаблею!» Магчыма, 60-гадовы Ян Хаткевіч здагадваўся, што гэта будзе ягоная апошняя бітва. Але ці стане яна пераможнай? Мудрасць, вайсковы талент Яна караля Хаткевіча, гэтаксама як і яго высокі патрыятызм, выявіліся пад хацінам яшчэ і ў тым, что наш великий гетман хавав и от подначаленных, и найперш от неприятеля свою хворобу, якая спальвала его кожный день. И он мог бы передать свою булаву еще на первом этапе битвы. Але он, каб не натхнить ворога, зрабил это только за некалькі гадзінаў да сваёй смерці, тады, калі яму ўжо заняло мову. Недальнабачная знешная палітыка караля Жыгімонта Вазы прывяла да таго, што дзяржава, якая знаходзілася ў стане вайны са Швецыяй і толькі скончыла чарговы авантурны паход на Маскву, знайшла сабе яшчэ аднаго ворага – магутную Османскую імперію. Спрэчнымі тэрыторыямі сталі землі сучаснай Малдавіі. У восень 1620 года каронна войска ўварвалася ў Малдавскае царства, што з'яўлялася вассалам турэцкага султана. І было дашчэнту разгромленае. У бітве загінуў нават вялікі каронны гетман. Менавіта тады Асман II ганарліва паабяцаў, што дасягне берагоў Балтыйскага мора. Это означало новую серьезную небеспеку для нашего господарства. Война с Турцией для Речи Посполитой была непотребна. И она вникала снова же с неудалой политики монарха Жагимонта Вазы, який подтримал, створив союз Австрии. Это автоматично означало конфронтацию с Турцией. Командование головными силами войска Речи Посполитой было доручено прославленному вояру Яну Карелю Хаткевичу. Уже сталого веку он почувал себе не вельми добро, але отчолить войско не отмовився. Объединенная коронная Великолитовская и Казацкая войска знову рушила на земли Молдавского царства. Сілы вялікага гетмана сягалі 60 тысячаў воляў, сярод якіх было 22 тысячы вершнікаў, 5 пяхоты і каля 30 тысячаў казакаў. Войска Асмана II складалася са 100 тысячаў туркаў і каля 20 татараў, агулам жа 120 тысячаў, а значыць, у два разы большая за войска Хаткевіча. Это была сапраўдная арда, вялізная і бязлітасная. 2 верасня да хаціна наблізілася амаль 100-кіламетровая калона асманскага войска. Разнамоўнага, стракатага, па-рознаму узброенага, але велізарнага. У гэтым войску ішлі туркі, а побач з імі ішлі арабы, румыны, молдаванні, сербы з залежных ад султана земляў. Рухалася артылерія. Артылерія у Асмана была вельмі моцная, некалькі десяткаў самых сучасных гармат обслуговывали найманыя італійцы.
самой боездольной часткой этого войска, напевно, была яночарская пехота, которая фанатично воевала с христианами. Что вельми цікаво, у этом войску ішли боевые слоны. Калі верыць некоторым аўтарам, слонов было больш за сотню. У таких умовах Ян Хаткевіч зрабіў ставку не на агульную сечу, а на пазіцыйную абарончую бітву. Ён размясціў сваё войска вялікім табарам каля Хоцінскага замка. За спінамі абаронцаў была шырокая рэчка Днестр, а гэта значыла, што адступаць не было куды. Але і татары не маглі зайсці ў тыл нашаму войску. Я хочу звернуть увагу, что Хаткевич умел допасовываться до обставинов, умел допасоваться до ситуации. В этой ситуации 40 тысяч супрот 150 активно воевать, сустречные бои, генеральная битва в открытом поле не имеет сенсу. Тому набрал оборонную тактику, узмоцненный лагерь, оточенный валами, рвами, вылазки, непокой, задача затримать марш турок. Вось Днестр ззаду непроходны, а вось наукол залева турецких и татарских стижмов. Няма ніякай спадзеўкі на утёкі. Тут нам біцца и перамагчы або загінуць. Такими словами великий гетман натхняв своих воев. Задачу перед войском Ян Хаткевич ставил наступную – тримать оборону и по махчимости контратаковать ворога. 2 вересня 1621 года авангард турецкой орды атаковал наших продков. И почалася сеча. И мужность оборонцев была высшей шалености атакующих. Турки вымушены были отступить. Але их могутная артиллерия не дозволила перейти нашим знакомитым крылатым гусарам у контрнаступ. То я ж повторилася и на наступный день. Турецкий султан Осман II сподівався на хуткую допомогу. Он хвалився, что дойде там до Варшавы и до Вильни. Виправив, повторюся, 150 тысяч воинов. Але не мел долгого запасу харчування. Не имел теплого одежды для воинов, а наближалась холодная осень. И тому задача гетмана была затримать турок, сковать их силы, дочекаться морозов, вылазки активные из лагеря, особливо казаков. Это блескучая тактика, которая принесла плен. 4 тыдні працягвалася гэтая бітва. Бясконцых атаках і контратаках, артылерыйскіх абстрэлах і начных вылазках. А потым перад нашымі абарончымі валамі з'явіўся турэцкі парламентёр. Султан Асман II прапаноўваў заключыць перамір'я. Девятого кастрычника 1621 года помеж Речу Посполитой и Османской империей была заключенная мирная домова. Згодно с ее султан обещал не нападать на украинские земли. Мяжа помеж державами заставалась довоенной. Але великий гетман уже не побачил своей апошней перемоги. Моцно хворы. Амаль усёй абаронай ён кіраваў, лежачы ў ложку. А 24 верасня 1621 года, за 5 дзён да канца ваенных дзеянняў, Ян Карль Хаткевіч перад вайсковай радай перадаў сваю булаву кароннаму падчашаму Станіславу Любамірскаму. У той жа дзень вялікага гетмана не стала. Апошняя перамога великого гетмана Яна Караля Хаткевича стала вызначальной для нашего господарства у той войне. А сам великий вояр, что мужно змагаўся и перамагаў и шведов, и московцев, и турков, назавжды уписал свое имя у нашу славную историю.